Всем привет, меня зовут Катя Соколова, и в этом видео я буду распаковывать посылочку от фирмы Верго. От фирмы Верго. Здесь лежат мои лосинки, шортики и топик. Один топик. Так, я хочу распаковать все. А ладно, я вот так резко, аккуратненько. Вот они. Вот, все вот так непонятно. Итак, проверяем. Вот, топик. Вот такие лосинки и такие лосинки. Давайте делать распаковочку. Я хочу начать с лосинок. Только каких? Я хочу гречка. О, так приятно было. О, прям такие сеточкой. Я хочу их сразу померить. Они очень приятные на ощупь. И следующее я хочу видеть вот такие вот. Они вот такие вот, в, как бы сказать, военная форма, только разноцветная. Я всегда говорила, я хотела себе такую очень сильно. Запись на Верго. Прям очень приятная на ощупь материал. Очень приятный на ощупь материал, короче. Я просто так не могу. И не могу нарадоваться. Очень приятная. И тянущаяся ткань. Я просто хочу уже померить. Сейчас я покажу все и буду мерить. Так это не выглядит. Внутри все хорошо прошито. Так. И вот эти, конечно же, черно-белые. Они черно-белые, тут еще и сеточка есть. А мне нравятся они, потому что у них вот, если одеть их, то у них тут сердечко будет. Если их померить, тут будет мини-сердечко вот такой на попе. Вот такие тут, вот такая вот тут сеточка, черненького немножко и белый, конечно же, белый. Всегда мечтала о белых лосинах. И мы переходим к основным вещам, ну как к основным, шортикам. Я не знаю, как порвать. Держу. Найду. Яшу. Вот такой вот, такие вот шортики. С вот такой вот сеточкой белой. И вот такие вот нежно-голубые. Сама основа нежно-голубая. И последняя вещь. Догадайтесь, что это. Сейчас я вам покажу, что это. И это, конечно же, отлипни стопы. Это, конечно же, топик. Вот этой стороны. Вот такой вот топик. Белого топика у меня был только один белый топик, поэтому мы решили заказать еще один. Резинка, как всегда, шикарная. И давайте переходить к примерке. Thank you.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!